Я его ни разу не делал в жизни. Я знаю, что вот я мог бы сделать его в этот момент. Но я понимаю это только после того, как упустил возможность. Дерьмо. Я определенно прогрессирую. Определенно. В предыдущие дни я хуже. Федерально. Упс. Возгордился. Самая быстрая страта — это по низу проходить. Ну, по крайней мере, Дарбин так говорит. Вот, но это выглядит несколько сложнее, чем пробежать по потолку, нифига не делая. Да, это чуточку хуже. Самое лучшее — это запрыгивать наверх. Не потому что... Ну, то есть, там не сильно большая разница, но, блин, когда понимаешь, что быстрее вверху запрыгивать, стараешься только так и делать. Разница там уже после того, как с шеста спрыгиваешь, вот в этот момент есть разница небольшая. И все дело в механике того, как работает ускорение. Марио. Все разбил. Надо будет тренироваться без звезды здесь. Так, аккуратно, Марио. Что-то я сделал... А, нет, все так, как обычно сделал. Но это не оптимальная страта. Ух, блин, это место меня пугает каждый раз. 6 фейерверков. У-ху! Фейерверки!
Воу! Это успех. Тут тоже есть трата быстрее. Ребята, это офигенно. Это офигенно. Считай на минуту прогресс. Клёво. Но нужно еще на минуту прогресс. Чтобы рекорд был мировой, кажется. Ту-ту-ду-ту. Да. Фу, среднячок. Есть много мест, где я мог бы сделать лучше. Спасибо.